снова всем здравствуйте. Вот дядечка сейчас шел и заметил, смотрите что. Рельса лопнула. Сейчас мы ее заклеим. Все, ремонт закончен, можно ехать дальше. Кузя, где твоя транспортная система? Валится вся на глазах, особенно метро. Где метро наземное, Кузнецов? Ау! Там, за границей, да. Там, за границей, точно. Там открывает, а зал закрывает. Псарня. Ну и кто знает, должно так быть или не должно быть. Я думаю, что так не должно быть. Здесь вот проволочка соединяет две рельсы. А там нет. Напротив остановки Тамусинская. Маски валяются кругом, по всему городу. Они даже на деревьях висят. Где-то я видел. А здесь тоже шевелится. Вот про эту я говорю. Маска висит на этом, на деревьях. Он еще валяется. Пандемия в стране. Это уже замело все. Зима нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Яма уже вторую неделю здесь, или две. Сначала транспортной системы ее как выкопали. Все ждут, когда сюда кто-нибудь упадет. Из ребятишек, скорее всего. Кольца лежат. А делов нема. Здесь вот плиту положили.